Дорогие наши болельщики, как известно, Новый год – праздник семейный, а вы – большая часть нашей футбольной семьи. Прежде всего, хотелось бы вас поблагодарить за то, что в самое непростое время вы всегда были с нами, всегда нас поддерживали и гнали вперед. 2021 год вышел для нас турбулентно. Не лучшее выступление на Евро, сложный отбор на чемпионат мира в Катар, но мы всегда, всегда бились за вас и чувствовали вашу поддержку. Спасибо каждому, кто верит и болеет за нас, несмотря ни на что. Мы вас любим, ценим и поздравляем вас с 2022 годом. Желаю вам, чтобы в новом году всегда было место чуду, чтобы ваши мечты и желания обязательно исполнялись, и все цели, которые вы перед собой ставите, обязательно вы достигли. Поэтому огромной удачи и успехов. Также желаю вам здоровья, счастья, чтобы в наступающем году вас радовали только положительные новости, чтобы вы были рядом со своими близкими, любимыми людьми, и здоровья. Всего самого наилучшего. Желаю вам и нам все вместе, чтобы домашние стадионы наконец заполнялись на 100%, и на стадионах была атмосфера праздника, и все вместе мы одерживали победы. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам, чтобы на ваших лицах постоянно была улыбка и радость. Желаю здоровья крепкого, счастья, успехов. Обнимаю, целую. Удачи. Мы вас поздравляем, желаем вам, чтобы наша игра вас всегда радовала, а мы постараемся и в новом году также радовать вас как можно чаще. С новым 2022 годом! Здоровье, сказал. Здоровье самое главное, брат.